Да. Мы же зашли. А да, как? У вас хорошо, веревка есть. А кто соединяет? Мы не жадные. Поверите туда. Да. Ну да. Но веревка там в конце нужна будет. Там нужна веревка. Многие ступени. И Света выгладит Борисыч. Ну как вам спуск? Ку-ку. Вот там спуск будет, тут легко. Теперь из Света к нам идет Инна Анатольевна. Инна Анатольевна, как вам спуск? Ну, я так полагаю, что Инна Анатольевна скажет дальше до свидания. Ваши родственники нам не подходят. Да, Инна Анатольевна? Да. Я вам больше и наверху можно это сказать. Развернись, посмотри вниз, куда нам дальше. А мы тут без веревки лезем. Мы все. Да. Мамочка, я даже от вас не требую, чтобы вы улыбнулись. Просто скажите, что вы еще живы. Света, глянь туда. Посоглашись, если ты маму понимаешь. Не, ну неплохо. Ну, головой до потолок. Там реально висит табличка. Ты видел ее? Нет. Я просто даже не видел. Я не видел. А мне сказали, что работа не снимает. Валюха, аккуратно. Вот ты опасная. Аля. Тут все, подносим столы. Есть тропа вниз. Бочком аккуратнее. Раз. Ладно, да, не спешите. Сможешь... Без веревки до колодца залезть, нет? Раз придерживаешь, чем больше толстое зерно, тем меньше. Да? Нет, хорошо. Она за ней еще и побегала по этому, по ступенькам за веревкой. Страшно. Спасибо. Давай туда сейчас спуститься, а потом их туда спустим. Вот мы спустились в пещерный колодец, осадный так называемый. Да. Вот. Это мы в осадном колодце. Да. Вот идешь, как будто ступеньки, а на самом деле это вода уже пошла. Ну и там еще немножко, вон там тоже ступенечки, как-то так. Света, подниматься там же? Не перекручивай сюда, а именно за лоб, смотри. Не в лоб не тебе так будет? Вот так? Да, да, да. Перекинулась и выше взяла. Во-во-во-во, правильно. Удобнее? Я смотрю, как ты это делаешь. Перила свободны. Ты наверх лезь. На самый? Ну, в принципе, да. Ну, не знаю. Так, как ты говорила?
первую руку. Вот. Фига себе. Ступеньки классные. Вверх это не вниз. Тут вниз вид ничего тогда. Все, свободно. Подожди. Подожди. Ноги. Перчатки тебе отдавать? Нет. А я жопу что ли так? Да. Что это за отверстие? Где? Ну, вот туда может быть. Так, где они там уже? Как там волк лез? Ну, погоди. Свободно! Я оценила наш юмор. Нет, просто скажи, Ваня, сквозняк, а у них парусность большая. Сейчас он идет в ушами его парусах. Чур, я наверх лезу. Слушайте, вам никого не напоминает? Паука? Нет, напоминает хамелеон. Богомола. Хамелеон. Раз. Точно, как хамелеон. А сегодня есть цвет. Ага. Проигрыш. Это да. Thank you.